Помоги собраться в школу. Более 1000 детей уже получили помощь в рамках традиционной благотворительной акции. Этот проект реализуется с 2005 года. Финансовую поддержку получают дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей. В акции из года в год активное участие принимают члены регионального правительства, руководители исполнительных органов государственной власти, депутаты законодательного собрания Ульяновской городской думы, администрации Ульяновска, представители предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, финансово-промышленных групп и жителей города. В 2019-м поддержка в подготовке к новому учебному году будет оказана 8 тысячам юных ульяновцев на сумму порядка 16 миллионов рублей. Денежные средства направят из областного и городского бюджета. Помощь окажут и благотворители.